Йоу-йоу, привет, пацаны! Сегодня мы с вами проходим уже вторую серию этой аркадной гонки под названием Gravel. В общем, друзья, вчера мы с вами проходили стримчик. Кто не смотрел, подсказочка будет вверху экрана. В общем, мы проходили два эпизода. И сегодня мы с вами будем тягаться вот с этим боссом. Скотт Паркер, его зовут, он чемпион именно в этой дисциплине, то есть в дисциплине Stadium Circuit. И давайте, ребята, попробуем его победить. Итак, нас ожидает, ребят, три спецучастка разные. Это у нас Флорида Стадиум, потом Мемориал Коллизиум Лос-Анджелес и Флорида Стадиум еще один в категории Трофи Трак. То есть мы с вами будем гонять на таких вот монстрах, грузовиках. И давайте первый спецучасток. И, кстати, ребят, скорее всего, что вы задаете вопрос, а где твоя вебка? Ребят, вот просто вот решил чередовать немножко видео. То есть одно делать с вебкой, другое делать без вебки, но с повторами. То есть я хочу вам донести, так сказать, сделать атмосферное видео, а не просто, чтобы вы смотрели на мою рожу. Итак, в общем, у нас есть два доступных автомобиля. Это Toyota T100, которая имеет на своем борту 580 лошадок, и Ford F-150 SVT Raptor. Остальная у нас закрыта машинка, поэтому давайте-ка выбираем Ford F-150 SVT Raptor 800 лошадок и попробуем Скотта Паркера одолеть именно на ней. Гоняем с вами, ребят, на руле Logitech G25 с механической коробкой передач, то есть со сцеплением, все как в реальности. Итого, поехали, ребят, пока у нас тут грузится, пускай нам тут комментатор откомментирует. В общем, Скотт Паркер, вот такой вот мужичок, принимаем его вызов и давайте попробуем его победить. Так, красивая вообще машинка, вот что-то сразу у меня такая, знаете, ностальгия о Dirt 4. Давай. Моя машина на разгон лучше, чем его. Но у него машина красивее. Мне вот фары нравятся его. Едет рядышком буквально секундочку, и он нас сможет обогнать. Ощущение просто, ребят, вот непередаваемое. На грузовиках чувствуется вот этот вот вес, занос задней оси, вообще просто кайфец. Все-таки Скотт Паркер нам сливает. Ну а то Саб-Зиро в гонках по бездорожью понимает. Ну давай, давай. Вторая не тащит машинки. Передачи очень длинные. И, кстати, ребят, гоняем мы только с видом из кокпита, потому как другие прохождения там от третьего лица вы сможете найти на других каналах. Вот хочется просто, чтобы канал был эксклюзивный по хардкору. Это у нас уже четвертый кружок. Блин, как же ж машина дрифтит вот задними колесами. Так, ребят, первое место мы с вами затащили, все очень круто. Минута 58, 444. Прям, знаете, такое вот миллисекунды, 444. Загадывайте, ребята, желание, потому что, ну, я считаю, что такие цифры попадаются очень редко. В общем, вот как-то так. И переходим на следующую дисциплину, друзья. Так, ребят, разблокировали мы новую машину, новую ливрею. Я так понял, разблокирована машина этого босса, то есть Скотта Паркера. Поэтому, ребят, движемся дальше. Следующий у нас чемпионат. Дисциплина. Итак, поехали. Это у нас вторая
под номером это Memorial Coliseum Los Angeles Trophy Truck. Поехали. Естественно, на этой машине Ford F-150 Raptor. Я так понял, разницы особо какой-то нету, там в левую или в правую сторону мы с вами поедем. Или все-таки есть? Может, там как-то указателями все это будет. Чтобы мы друг другу не мешали. На уровне идем, а ну. Ну и куда ты поехал? Это моя полоса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну куда ты? Сзади преследует нас. Вроде бы как одолели. Он поехал на правую сторону полосу. Да все, мы лидеры. Да, на изи затащил. Я думал, здесь как-то будет посложнее с боссом, а оно все очень легко. Итого, минута 25-746, а Скотт Паркер минута 29, почти минута 30. Ну, смотрите, неплохой у меня отрыв, кстати, такой. В общем, все нормально, первое место, идем дальше. Итак, ребят, остается у нас последняя дисциплина, это Флорида Стадион, Трофи Трак, и мы одолеем этого босса Скотта Паркера. Точнее, чемпиона по дисциплине Stadium Circuit. F-150 Raptor, естественно, берем его. Пока что у нас это единственная доступная машина именно в этом классе. Но я думаю, после вот этой вот гоночки мы сможем заполучить эту легендарную машинку Скотта Паркера. Поехали. Off-Road Masters. Так. Так, столкнулись. Теперь я даже не знаю, как мы его нагоним. Попробуем вот так вот как-то пролезть с мыльцом. Отлично, обошли. На руле играется, ребят, просто вот замечательно. Давай! Зашибись! Yeah.
И последний кружочек. Сейчас мы должны быть уже финалистами. Все есть. Первая позиция. Одолели мы Скотта Паркера. И получили его машину. 2.09. Он нам слил 2 секунды. He will try to take the title back next year, but in the meanwhile, let's welcome our new champion and new stadium circuit master. Собственно, ребят, мы с вами и завершили стадиум Circuit Master. Мы одолели Скотта Паркера, и в следующей серии мы с вами, ребят, будем проходить американский тур. Не менее интересные такие эпизоды у нас будут. Это 3-й, 4-й, 5-й эпизод. Возможно, мы даже, ребят, стрим замутим, чтобы в одну серию включить именно все вот эти вот 3-й, 4-й и 5-й эпизод. В общем, ребят, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал. И, кстати, если вам не тяжело и вы досмотрели это видео до этого момента, то не забудьте сделать репост в социальную сеть. Как это делать, показано на ваших экранчиках. С вами был SubZero, и до скорых встреч. Пока!